Всем, кто сейчас смотрит канал «Уральская усадьба», привет! Сегодня у нас 16 апреля 2017 года. Мы сегодня построили качель и теплицу. Вот у нас качель. Качель покрыта серым поликарбонатом, обшита доской. Висит на цепочках, скручена на болты. Все прочно, надежно. Качать я не хочу, потому что погода не позволяет пока. Сильный ветер и очень холодно. Сейчас пойдем смотреть теплицу. Продолжаем рассказывать. Про качель рассказали. Сейчас на очереди у нас теплица. Теплица у нас капля VIP, шириной 3 метра, длиной 9 метров. Теплица у нас покрыта поликарбонатом 0,72 плотности. С одного торца у нас разрезная дверь-форточка. С другого торца форточка. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х40. Полимерно-порошковая окраска. Сама конструкция установлена на брусок. Брусом это нельзя назвать. Брус 100х50. Положены плашмя. Выставлены по уровню. Брусок нам предоставил клиент. Почему такой размер? Почему такой брусок? Потому что изначально должна была стоять на бетонном основании теплица. Но бетонный фундамент, во-первых, он абсолютно неровный. Во-вторых, он по ширине гораздо шире. У нас получился. Вот он торчит, то есть на 20 сантиметров шире по осевому размеру. Поэтому поставили теплицу на брус. Далее тут все будет подливаться, делаться все красиво и аккуратно. Также в теплице у нас установлено 3 форточных блока, каждый из которых оснащен термоприводами. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх, делитесь своими историями, задавайте вопросы. Всем пока!